Мы надеемся, многие из вас помнят и любят российскую актрису Елену Корикову. Многие из нас до сих пор следят за ее жизнью, подписаны на нее в социальных сетях. Сегодня о ней пришла ужасная новость, от которой заплакала вся страна. На одно из самых популярных шоу была приглашена Елена Корикова в качестве гости, где она должна была дать небольшое интервью. Все ужаснулись и заплакали, когда узнали, что Елена на это шоу не прибудет. Что же с ней случилось, никто не мог ничего толком рассказать. Оказывается, рано утром Елену Корикову прямо из дому забрала скорая помощь. Ей всю ночь было плохо, сильно болела голова и была рвота. Под утро ее супруг решил вызвать скорую помощь. Сейчас Елена находится на обследовании в одной из больниц города. Что с ней, пока не ясно. И в каком она состоянии, мы тоже пока не знаем. Мы хотим поддержать Елену Корикову. Хотим надеяться, что с ней все будет хорошо. Может быть, она выздоровеет и вернется домой. Подпишитесь, дорогие зрители, на наш YouTube-канал. Следите за нашими новостями. Ведь только у нас выходят самые интересные новости из жизни звезд шоу-бизнеса. Мы с вами пока не прощаемся. Мы говорим вам до скорых встреч, дорогие друзья, на нашем YouTube-канале.